Вот и второй день с пребывания нашего в Китае. И у нас сегодня первая пробежка на улице. То есть время провели чудно, пляжи, все такое прочее. И вот решили сейчас свой город. Идем в лифт. Где он? А, это не тот, жалко. Я думал, будет с окошком. Ну ладно, пускай без окошка. Вот. На самом деле мы выяснили, у нас обзорная экскурсия была, мы покатались, походили везде. Люди на самом деле почти не бегают. За все время видели лишь одну единственную девушку. Вот, и то не местного пошиба, не местного производства, не Made in China она была. Вот. Так что мы сейчас удивлять народ, наверное, по всей видимости будем. До встречи. Сейчас я продолжу внизу, вернее. Там какие-то пальмочки. Сейчас на фоне пальмочек запишемся. Вот, кстати, пока мы гуляли здесь, да, здесь озерцов всяких много маленьких и парков. Но чтобы парки найти, это надо тут еще-то побродить и побегать. Но вот рекреационные зоны, где вот одна такая зелень кругом, их на самом деле полно. Поэтому бежишь по городу, в принципе, как будто по парку бежишь. Но, если честно сказать, то все-таки машины дофига. И хотя считается Хайнань такое место, они говорят, что это типа там экологически чистое, даже стандартизировано по каким-то там, ну, ТСО каким-то там чего-то. Но я хочу сказать, что несмотря на то, что производства нет у них здесь, то машины, в общем, дофига, и загазованность, наверное, присутствует все-таки, потому что запах бензина есть, все это есть, хотя у них электромобили есть, есть какие-то самокаты эти все, но все равно машин дофига. Так что по городу побежим, но это лучше, наверное, чем, конечно, бегать в Москве или в Санкт-Петербурге, где мы тоже бегаем иногда, ну, когда бываем там. По крайней мере, красивее, потому что кругом все-таки пальмы, даже вот тут везде. Вот. Ну, в общем, короче говоря, посмотрим. А после пробежки, значит, читаемся, да? Ну, все, салют.